Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов провел совещание по содержанию дворовых территорий в зимний период. На встрече присутствовали профильный заместитель главы администрации, руководство муниципального центра управления регионом, а также сотрудники МБУ, ответственные за уборку в территориальных управлениях. Местное отделение партии держит на контроле ход уборки территорий в рамках реализации проектов «Городская среда» и «Безопасные дороги». По содержанию дворовых и общественных территорий в зимний период за 2023 год в МЦУ поступило более 4000 обращений. Среди топ-проблем, которые волновали жителей – очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега и наледи, очистка проездов, а также уборка складируемого снега на дворовых и общественных территориях.